Спецбатальйон «Торнадо» не має жодного відношення до нападу на автозаправку в Деснянському районі Києва. Так прокоментував заяву міністра МВС Арсена Авакова комбат Руслан Онищенко. Нагадаю, що на своїй сторінці у соцмережі головний міліціянт країни написав, що під час інциденту, який стався 4 травня близько 2 години ночі, був поранений оператор заправки. Злодії, забравши касу, зникли у лісосмузі. Далі цитую. Во время погони за преступниками от выстрелов злоумышленников погибло двое милиционеров, трое получили ранения. В момент задержания в милиционеров было брошено две гранаты, завязалась перестрелка. После чего двое преступников скрылись, а один был задержан с огнестрельным ранением головы и позднее скончался. В ходе осмотра машины злоумышленников было обнаружено 2 автомата и 4 магазина к ним с патронами, 2 гранаты, грудные нашивки с надписью «Спецподраздел Торнадо» и «УПА». Также множество телефонных карточек разных операторов и лист бумаги с планом помещения. Кінець цитати. Сьогодні про цей інцидент і не тільки про нього будемо говорити із гостем студії, командиром спецбатальйону МВС «Торнадо» Русланом Фріменом Онищенком. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Для начала хотелось бы, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию. Очень страшно, что на сегодняшний день война идет не только с террористами на Востоке, но также погибают ребята и в Киеве, которые находят в себе смелость противостоять преступникам. Очень жаль, что так все происходит, несмотря на то, что мы с первых дней находимся на передовой. Мы не можем привыкнуть к смерти и к потерям смелых сынов нашей Родины Украины. Что касается происшествия 4 числа в городе Киеве, оно никак не связано с подразделением «Торнадо», а то, что есть факт и найдены определенные шевроны, и среди них есть шевроны «Торнадо». Об этом мы неоднократно говорили и заявляли. Также последний раз мы обращались с этим вопросом к генералу Науменко Луганской области, что шевроны, любые шевроны легко доступны в продажных сетях, в военторгах. Их можно приобрести как в Киеве, как в Днепропетровске, как в Харькове, также даже в Северодонецке. Как вы считаете, кто должен отслеживать продажу таких шевронов? Ну, я думаю, в каждой области есть правовики. И что касается, есть лица непосредственно, которые несут ответственность за все правомерные происшествия в этих районах. То есть в Луганской области, например, есть генерал Науменко ОМВД Украины. То есть тот, который, в свою очередь, часто кричит о том, что он правовик и он живет в рамках закона, и ему все равно, какой флаг в руке, какой шеврон на плече. То есть все должны отвечать перед законом одинаково. Вроде все говорит правильно и верно, но почему на сегодняшний день тогда в его же области невозможно нарисовать символику Украины на заборе, ее сейчас же за ночь зарисуют и забросают. И в свободной продаже можно купить как шевроны «Айдара», «Торнадо», «Луганск-1», «Днепр», «Донбасс» и тому подобное. Разве это не есть первая ступень к тому, чтобы позволять преступникам легко, как говорится, одеваться в форму военную, одевать шеврон и под маской какого-то батальона совершать преступление? А вы считаете, что они это купили именно в Луганской области? Нет. Почему? Я не считаю. Я просто беру как факт, что касается Луганской области, потому что сейчас наше подразделение находится в Луганской области. Поэтому непосредственно в Луганской области тоже есть свои моменты, свои преступники, которые, несмотря на тяжелое время, они наверняка еще пользуются этим тяжелым временем в стране, они совершают свои грязные преступления. И им нет трудностей приобрести форму, приобрести шевроны и также потом под «Айдар», под «Торнадо» или «Чернигов» или еще какой-то батальон совершить какое-то преступление и в результате остаться
в тени всех событий, которые обхватили сейчас нашу родину. Я правильно понял, что кроме шевронов ничего на ваш батальон прямо или косвенно не указывает? Я говорю о нападении на милиционеров. Да, сегодня проведена проверка, точнее, со вчерашнего дня мы оперативно отреагировали на информацию, которую дал пан Аваков, и в свою очередь проведена проверка, и сегодня будет проведена проверка еще раз. То есть мы проверяем весь личный состав, который находится у нас в части. Мы уже вчера все проверили, в принципе, до вечера. Все на местах, все на связи. Те люди, которые в больнице, те люди, которые находятся в очередном отпуске, все на связи. И весь и ваши бойцы состав не могли быть? Совершенно верно. То есть все бойцы находятся в части и на связи, а не дома. А вы знаете что-либо о том, опознали убитых или нет? Или тех, кто нападал? Я получал информацию с департамента с Киева по батальонам. То есть мы проверили фамилии, и фамилии этих преступников никак не связаны с нашим батальоном. То есть они не проходили ни по документации, никак. То есть они не были ни в Шахтерске, ни в Торнадо. То есть эти люди нам неизвестны совершенно, и мы не имеем к ним никакого отношения. Не так давно был слив базы данных бойцов, в том числе, я так понимаю, и ваш батальон там был. Сепаратисты завладели этим списком. Вы можете прокомментировать, на каком этапе сейчас находится расследование? Да, конечно. Самое первое я хочу сказать всем террористам и сепаратистам. Не воюйте с нашими семьями. Не факт, что они нас смотрят. Ну, они, я вам скажу, довольно-таки много уделяют внимания информации. И я думаю, вы согласитесь со мной, что информационная война у них впереди нас на 10 шагов. Поэтому, я думаю, обратят внимание на это интервью. Почему? Потому что они полюбовно относятся к нашему батальону. Потому что мы 70-80% с Донецкой и Луганской области. То есть с нами воюют наши соседи, наши бывшие товарищи, как говорится, и одноклассники. Поэтому им интересно все, что происходит с нами. Хотя нам не интересно то, что происходит с ними. По поводу расследования. Да. Так вот, что касается расследования, оно как началось, так же быстро закончилось. То есть, в свою очередь, Днепропетровская область имела к нам отношение. То есть, создавался батальон «Шахтер» из Днепропетровской области. И они уже провели расследование. Расследование провели буквально за сутки. И отчитались, что крота на их территории нет. И все спихнули на Луганскую область. Расскажите нашим зрителям, что такое крот. Крот – это человек, который, в свою очередь, являясь сотрудником МВД, переступает через свою честь и легко отдает информацию, засекреченную врагу. В данном моменте это сепаратистам, которые захватили восток Украины. То есть таким образом он подставляет практически 200 человек сотрудников милиции батальона «Шахтерский Торнадо». С чем вы связываете тот факт, что прекратилось расследование? Ну, наверное, в свою очередь, все заняты какими-то делами, и дело к семьям бойцов и к личной жизни милиционеров просто, наверное, нету никому. Поэтому все спихнули на Луганскую. Луганская область также провела расследование и отчиталась, что у них тоже нет крота и грешит на Днепропетровскую область. В общем, середина всех этих событий такова, что наши семьи остались под угрозой нападения террористов, которые очень легко проникают на нашу территорию. На сегодняшний день очень много звонков получают бойцы с угрозами. Даже есть несколько уже семей, которым разбили окна в квартирах. То есть это только начало всех этих событий, которые будут разворачиваться на протяжении определенного времени. Что касается силовиков и людей, которые должны, я так считаю, предоставить какую-то гарантию безопасности, ну, тишина. То есть я не знаю, что мне отвечать бойцам, которые мне задают вопросы, кто теперь прогарантирует безопасность их семьям. У них есть жены, у них есть дети. И, честно говоря, я не знаю, что им отвечать. Да, хочется верить в то, что тот же Науменко, который является очень порядочным правовиком,
позаботиться о том, чтобы предоставить нам возможность защитить свои семьи, своих жен и детей. Так как на сегодняшний день мы полностью под его командованием. Мы находимся при УМВД Луганской области. И прямая ответственность за всех бойцов «Торнадо» висит именно на его плечах. Ну, я думаю, он сильно не переживает. Он занят другим. У него есть свои вопросы, которые он не хочет бросать. Это контрабанда, это переправка продуктов в Луганск. Да, кстати, о контрабанде. Лекарств. Вы недавно сделали ряд заявлений, и вы обвиняли некоторых людей в контрабанде. А также вы говорили о том, что вас отозвали из передовой, и вы не контролируете какой-то участок. Вы эти два события связываете как-то? Знаете, я думаю, да, действительно все это связано. Почему? Потому что это пошло одно за другим, понимаете. То есть мы стояли в станице Луганской, нас поставили на самую первую линию. Мы там простояли практически 4 месяца. Вот. И когда наступило перемирие, то есть там начался транш курятины, лекарств и всяких остальных продуктов. Мы отрицательно на это отреагировали, потому что мы не хотели бы, чтобы сепаратисты были сыты и здоровы. Поэтому наше подразделение прекратило практически контрабанду через станицу Луганская. В свою очередь, все равно светлые головы ОМВД нашли ход, и они оживили железнодорожную линию, которая идет в Луганск. И в свою очередь, взорвав мост, они полностью отвлекли наше внимание от контрабанды, так они посчитали. А в свою очередь, поезд из 16 вагонов начали ездить в Луганск. И зачем этот мост, и зачем эти, так сказать, автоперевозки, которые не очень удобны, если можно загружать 16 вагонов с той же едой, с теми же лекарствами и отправлять в Луганск. То есть контрабанду возят вагонами, эшелонами. Да, совершенно верно. Как вы считаете, кто больше всего зарабатывает на этом? Кому выгодно? Ну, в первую очередь, выгодно, кто у нас главный в Луганской области. У нас есть два генерала. То есть это Науменко, генерал УМВД Луганской области, и Мироненко, это генерал ВСУ, который тоже находится в Луганской области, и командующий сектора А. То есть это два человека, которые делят эту кормушку. В свою очередь мы нашли и этот путь железнодорожный, который контролируется 92-й бригадой, и начали препятствовать проходу этого поезда в Луганск. В результате нас буквально за сутки вывели со станицы. Почему я делаю акцент буквально за сутки? Потому что нас там стояло 100 человек, мы там стояли больше 3 месяцев. То есть, вы поймите, кормить людей было не так просто. Завозить еду было не так просто, когда был шквальный огонь градов и минометов. То есть у нас были свои там схроны, свои склады, БК, продуктов и тому подобного. Мы вынужден вас перебить, да. У нас просто мало времени. Напоследок, да, еще вопрос. У вас за время нашей беседы несколько раз звучала фамилия Науменко. Вы с ним в конфликте? Знаете, что касается Науменко, у нас не может быть никакого конфликта, у нас есть просто позиция. Мы воюем с сепаратистами, и в свою очередь, понимая и видя, что делает Науменко, исходя из его истории, что он был признан народным милиционером ЛНР. То есть, вот такая позиция. Мы воюем за Украину, а он воюет, я не знаю за что, за свой карман, или он действительно хочет остаться народным милиционером ЛНР. И он им помогает так усердно и переживает за их здоровье и за их питание, что у нас расходятся просто взгляды на жизнь на сегодняшний день. Я вас понял. Руслан, большое спасибо, что вы к нам пришли. Я надеюсь, и не в последний раз. Будем всегда рады. А я нагадаю, у нас в студии был командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко.